В новой республике пытаются решить старые коммунальные проблемы. Несколько недель назад график подачи воды в Харцизке был скорректирован. И теперь вода в кранах харцизян течет не только утром и вечером, но и в дневное время суток. Обратился исполняющий обязанности главы в компанию с просьбой. И решили при условии 100% оплаты населением, опять-таки повторюсь, и погашение задолженностей предыдущих периодов, решили подать воду городу круглые сутки. Естественно, проблемы появились с этим у нас своего плана и технического, и потребление электроэнергии выросло почти в полтора раза. Порывы не готов сейчас ответить, уменьшились или нет, либо увеличились. По идее, мы надеялись, что порывов станет меньше. Мы не будем дергать наши агрегаты, соответственно, не будем завоздушивать их, и меньше будет и подсосов, качество воды лучше будет. Подкачивающие насосные станции выключают после 23 часов и включают рано утром. Однако из-за того, что город перешел на новый график подачи воды, устранять утечки ремонтникам горводоканала теперь стало гораздо сложнее. Чтобы справиться с несколькими порывами в городской сети водоснабжения, коммунальное предприятие будет вынуждено во вторник, 10 ноября, отключить воду. С 8 до 17 воды в городе не будет. Есть такие работы, которые мы не можем выполнить при работающем агрегате. Крупные у нас порывы есть на водоводах большого диаметра, 400 мм, 300 мм. Также нам нужно провести ревизию обратных клапанов на двух агрегатах на насосной станции третьего подъема и выполнить планово-предупредительные ремонты по электрочасти в ЗРУ 6 кВт. Именно поэтому на завтра мы берем выходной, условно.